Пиво, вода, пирожки. Слышь, пацан, а почем у тебя пирожки? По 20 рублей. А то, что в пирожках раньше мяукало или гавкало? Нет, блядь, всякую хуйню спрашивала. Спасибо. Пиво, вода, пирожки. Пиво, вода, пирожки. Картошка домашняя, сладкая, вкусная. Че, поехали на море? Заработаем. Я видишь, как это заводило какое. Умеешь, да? Ебун травы наберем и будем продавать. Всем здорово, народ! Сегодня у нас вот такой вот Саново Бич пакет. Доширак. Вот. Отдай мое сердце! Нет, не надо. Оно уже выпало. В виде кирпича. Да, кирпичный цех. Короче. Вот такой вот хрен. Хрен. Редьки не солощи. Вот такой вот кавказский особо острый. Вот такой вот горчица. У меня уже съежилось. Давай этот батона хлеб. Батона гурам. У меня, короче, я когда в школе учился, у меня был одноклассник, его звали батона гурам. Нормально. Грузин? Грузин. Потому что он грузин. О! Какую маленькую беспощадно. Ложечку. Ох ты, етишкин. Размазывай себе сам. Я себе тоже такую. Ох ты ж. Опасный. Ты опасный. Поцелуй твой французский. Сейчас будет. Прощай, поджелудочная. Ай-яй-яй-яй. Жесть просто. Она уже пахнет. А пахнет я! Мамочки. Так, не иной. Ты мог послабже мог? Нет, я... Ты именно та... Ой. Мне ничего не жаль для тебя. Да? Понятно. Панкреатину хоть бы взял ее. Ой, блядь. Да уж. Чтоб в сторону не вернуть. Тут я навряд ли вернет. Тут хвостом можешь заверять. Я же хотел соус табаско, но что-то я вообще про него забыл. Да какой это, какая нахер табаско, вот тебе. Такая будет табаско сейчас. У меня он уже, блядь, батон прогорел. Блин, у меня уже слезы идут от запаха. Я уже все. А можно я... Последний штрих. Да? Ой, будет, сейчас будет вообще. Ух, товарищи. Ой, что-то хрустнуло, я думал палец. Как свиноматка яблоком хрустнула. Жесть. Ой, блин. Офигеть! Дымок пошел, смотри. Видишь, дымок пошел. Что серная кислота? Ой, что-то он острый, я думал. Да ладно. Не такой он острый, думал. Фу. Ну все, теперь пукало взъерошит. Мне кажется, нет, не взъерошит. Разорвет. Уничтожение организма, блин. Главное, чтобы штаны не повредить, блядь, в этот момент. Капец. Смотрите, что получилось. А цвет-то какой? Покажи. Страшный, блин. Чин-чин. С дрогнем сиськами по звуке марша. Фу. Подожди, надо же, может быть, воды налить холодненькой? По-любому, блядь. Взял воды вот такой вот. Блин, классно, черника на травах. О, ебан трава. Да. Ух ты, она еще запотевшая, ништяк, холодненькая. Сейчас жара такая, мы просто помираем. Ага. Ой, аромат такой прям ага, пошел. Ага, пахнет этим. Карвалолом. Фуй, брызгает. Действительно. Да. Сейчас как успокоит. Ой, не то, что не человек, она холодненькая. А знаешь, что хорошо? Ты будешь это, с успокоительным, да, жрать? Если что, и успокоишься. Ладно, поехали тебе. Как говорила мам, Вер, не надо в попу лить какао, не надо пукать в цветы. Не надо. Бомбическое сочетание. Угу. Губы. Ах ты, блядь! Губы хорошо. Пошло! Губы жгёт прям. Ах,
А кто жрет-то, блядь? Вот этот, наверное, красный перец, он обжигает прям. Ой, этот, ну вот этот, потому что перец там, еще чеснок. Фу, Пошло! Кинулся, да? А, да, ваша штука. О, у меня слюни текут, блядь. У меня уже пот пошел. Он у тебя до этого был. У меня всегда дыхание спирает. В затылок, ёбаный. Можно я прихлебну, блядь? Фу, а зачем так делать? Вот зачем? Мучиться, зачем? Не знаю. А доширак там? Не знаю. Он же тоже острый. О! Хапанул. Ух ты, блин! Я весь... Че за извращенца? Зачем? Зачем мы это делаем? Не знаю. Мог бы послабже купить. О, хорошо, ну-ка, жирак я попробую. Он же, по-моему, тоже острый. Ну, там перец был нарисован. Клином, блин, я думал, хоть что-то будет это. Был он горячий. Кайфы. Ловим кайфы и кайфуем. Если он даже острый, я этого не чувствую вообще. Да уже все уже, какой там, все уже отгорело. Что-то горчичка слабая. Слабоватенько как-то, ага. Бурур-бурур. Хороший. О, блин, все губы обжег. Ага. О! Пришло? Ой, в нос, короче. Ты погубил меня. А теперь подумай, как будет на выходе это все выглядеть. Да никак, нормально. Вот. О. Я сейчас вообще вкину, чтоб мне вообще, чтоб сознание потерять. Ух ты, бля! Ах ты! Я сейчас все в одну кучку долбану. И будет вообще просто адова штука, смотри. Ну, вы... А, что-то в глаз как будто попало. Одумайся. Дай мне сейчас вертачку. Собрал жижу всю. Метра хватит. Этого мало. Сейчас. Бляха-муха. Ну, прощай. Здоровье. Прощай, юрец. Ух ты, бля. Пошло. Нормально. Надо огнетушитель. Прям в пасть сунуть. У меня прям это все горит, бля. Огнетушитель надо. Что в такую жару? Зачем это делать? Да. Фу, бля. Горчица, хрен и острый вот этот. Ага. Блин, у меня весь рот горит. Ой, я ничего не чувствую. Такая же фигня. Блин. Обжег, блядь.
Маленькая такая, мусичка. Блядь. Ой. Еще этот горячий, зараза, никак не остынет. После этого уже холодный, кажется. Блин, зря я вот эту кучу сожрал. Фу, зато знаешь, как водичкой хорошо остудило. Ой, кайфы прям. Да вообще. Супер мукбанг улетный просто. И поели, и поплакали. Нет, плакать будем чуть позже. Там. Когда запоем песню. Голуби летят над детским садом. Да. О, бреешь ляжки, запиздёшь. Ой, пиво, вода, пирожки. Приелась теперь эта зараза. Фу, я вообще, с меня текёт. Угу. Как с гуся бобёр. Фу, а что, надо что, переводить? Есть же надо даже. Бля, у меня вот тут всё горит, нам. Красное вот это. Но. А тебя вообще не поймешь, ты весь черный, как сволочь. У меня уже спина сырая, блядь. Ты мой дотыр читал. Грязный, как сволочь. Ой, сырая, она у тебя там уже, с тебя можно собирать литр. Чего-то там. Ага, вздрогнули. Ух ты, отдача пошла уже. Он жжет же и все равно это делает. Пищит, но лезет. Ага. Ты знаешь, а вкусно? Ну? Ну почти, сука, не жжет, блядь. А, вот в носу вот это ощущение, я тебе его сейчас опишу даже. Ну? Вот когда в телеке вот это вот это вот крапинки. Ага, белый снег. Еще бывает, когда шум. Белый шум, да. Еще когда бывает руку, ногу. Вот так, пересидишь, и когда кровь начинает поступать, такие колики. Вот так же у меня вот здесь вот это. Ой, блядь, полный нос этого, как его там. Ага. Полный нос счастья. Отборнейшей красноперки. Фух. Зачем так издеваться, я не знаю. Это все ты, ты. А что я? Что я? Кузьмич, зачем так много водки? Этого-то, боюсь, не хватит. Ой, что-то там этот, жабанёнок квакнул и все. Разгон на 1000, удар на копейку, блин. Фу. Это хорошо еще вот с этим. Фу, он острый, еще плюс горячий, еще вообще хана. Шинима хуйня. Вообще хуйня. Вообще хуйня. Да, кстати. Кровололечку бахнуть, да? Ой, в натуре кроволол какой-то. Ой, все, я не могу нахуй. Это все жрать. Похамали, доширак называют. Все-таки я... До соуса, до табаско я доберусь. Не замахнуться ли нам? Ядрить твою с тебя, как с тюленя стекает. Фух, блин, не знаю. Так что, жара же. Что, как, где, кого. Ну, где-то кто-то. Дёрни за палец. Давай. Уважаемые зрители, спасибо, что вы смотрите на нас, дебилов. Говори за себя, да? Да. Вот. Капец, в такую жару еще такую хрень хавать. Это только наш извращенный ум и мозг может быть. Мозг с буквой К. Мозг. Да. В общем, всем огромное спасибо.
за просмотр, за лайки, за комментарии. Я вас всех прям вот обнял, вот прям вот так вот сделал и прям придушил прям удушением. Да вы мне чила, батенька. Я шлюбя, понимаешь. Ну да, дело другое. Все, значит, всем здоровья, приятного аппетита и до новых встреч. Всем.